Не, слушай, ну ты вообще, конечно, много хочешь. Я... Весь мир у нас в руках, мы звезды континентов. Мы к вам заехали. На бонжур, hello. А вы скорее победите. А, любите нас. Нам круто повезло. Ну-ка все вместе. Уши развесьте. Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы. Хлопай в ладоши. Откроем рот, как все от счастья плачут. И знаем наперед, не может быть иначе. Мы к вам заехали на час. Привет, бонжур, hello. А вы скорее любите нас. Вам крупно повезло. Ну-ка все вместе. Уши развесьте. Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы. Ну это вся песня. На всего 2 минуты. Луч солнца золотого тьмы скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знай, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора не нас. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Звезд коснулся крыш, час грусти и печали, ты голос мой услышь. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора ненастное, солнце зайдет. Солнце зайдет. Солнце зайдет. Солнце зайдет. Солнце зайдет. Не, ну все, тут уже заканчивалось. Вот сейчас я смею. Да, я пою.
Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, котик улыбка, муж работящий, вот оно счастье. Нет его слаще. Ах, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала бы тогда? Ах, если бы мечта сбылась, какая жизнь тогда бы началась? Я без поддержки как-нибудь сам, лишь бы забаву, выгодно замуж, дом ее чтобы полная чаша. Добрый вечер, уважаемые зрители, любители хоккея. С вами Денис. Сегодня я буду комментировать и показывать вам матч. Второй матч нашего весеннего турнира между пакфакерами и новичками ИПХЛ. Рысями, в общем. Итак, начнем с составов пакфакеров. Сегодня на воротах у пакфакеров Нанда. Грин, Дэмэдж и Креда в поле. У Рысей Стегин в воротах. Торрес, Месси и Джейден в поле, соответственно. Ну что ж. Я, честно говоря, не знаю, на что способна команда «Новичок». Вот, но, по крайней мере, по рассказам, это победители НГХЛ лиги, вот, которым предоставилась возможность играть в ИПХЛ. Посмотрим, на что они способны. Я думаю, они лицом в грязь не ударят. Так же, как и ПФ. Что ж, пока... В атаке пакфакеры. Джейтон подхватывает шайбу. Пакфакеры прессингуют. И Креда все-таки выбивает шайбу Джейдона. И она попадает к Нанда, который отпасовывает на Грина. Грин с шайбой перехватывает Месси. Месси, опасный момент сейчас может быть. Очень опасный. И забивает Месси. Первый гол Рысей в ПХЛ, поздравляем их. Ну что ж, посмотрим, что, как будет дальше развиваться игра. Грин. Грин приводит на дэмэдж. На дэмэджа. Не удалась атака, Торрес перехватил. Торрес с шайбой. Месси. Нет, пропустил Месси. Ну и шайба у ПФ. Грин может неплохо развить или даже бросить шайбу. Вот отпасовывает на Креда, но Креда, к сожалению, промахивается. Чтобы ударить по шайбе, мог в створ ворот прямо, ну и сравнять счет, соответственно. Опасно сейчас, и Креда опять немножко поздно ударил. И шайба прошла мимо. Неплохо смотрятся северные рыси. Вроде бы так их называют. По крайней мере, уверенно. Вот никаких... Ух, хорошо сейчас отыгрывает дэмэдж за Нанда.
обходит, Грин отпасовывает на Креда. Кред может забрасывать, но слишком высоко. Слишком высоко ударил шайбу. Бросил, вернее, ну и попала в перекладину и не залетела в ворота. Креда. Ой-ой-ой, я даже как-то особо и не заметил, вот как здесь ошибся вратарь, да и вообще оборона Северных Рысей. Счет 1-1 становится. Сравнивать счет Креда. Опять неплохой момент мог быть, но слишком далеко ушла шайба. Прострел опасный. Грин. Дэмэдж. Бросок. Здесь Стегин отбил эту шайбу, хотя вроде бы она в створ не шла. Торрес опасно. Так, из-под Торреса ударил Креда. Опять опасный момент. Пакфакеры прессингуют пока что на половине Северных Рысей играют. Пакфакеры, но здесь контратака Северных Рысей. Удар и гол. Торрес забивает. 1-2 счет в пользу Северных Рысей. Опять опасно может быть. Бросок в исполнении Джейдена, но, к сожалению, не точный бросок. И может контратака развиться Пакфакеров. Дэмэдж. Дэмэдж шайбой. Сохраняет пока шайбу. Дэмэдж сохраняет шайбу. Сейчас шайба у Креда. Креда бросает, хороший бросок, но здесь Стегин демонстрирует свой скилл вратарский и отбивает эту шайбу. Счет 1-2 пока что. Тем временем у нас заканчивается первый период. 5 секунд остается. Ну что, закончился первый период. Счет 1-2. Не скажешь, что это новичок ИПХЛ играет сегодня в нашем турнире. Вот. Уверенно смотрится команда. Так, сейчас в Пакфакеры. Ух, молодец, Стегин хорошо среагировал, отбил шайбу. Креда мог забивать, сравнивать счет. Но вратарь хорошо сыграл. Нанда с шайбой тем временем. Нанда. Пас на дэмэдж. На дэмэджа. Дэмэдж. Бросок дэмэджа. Ну, в принципе, я бы не сказал, что сильно опасный бросок. Но Стагин все-таки среагировал. И отбил шайбу. Нанда покидает ворота. Отдает пас. Здесь немножко запутались игроки ПФ. Креда. Нанда. Нанда. Промахнулся Нанда. По шайбе. Нанда. Выбрасывает как можно подальше шайбу из своей зоны. Стегин забрасывает во вратарскую зону Нанда. Нанда. Нанда отбил. Вот. Довольно-таки опасную шайбу, которая прямо перед ним отскочила от льда. Дэмэдж. Бросок дэмэджа и дэмэдж забивает гол. 2-2 счет. Первый бросок попал в перекладину, второй уже добил в створ ворот. 2-2 счет. И сейчас опять после вбрасывания Креда имеет шанс забить гол. Обводит всех, но слишком он передержал шайбу. Ну и Стегин не дал ему завершить свою атаку. Грин. Рыси с шайбой атакуют, но здесь хорошо в защите отыгрывает Креда, я так понимаю. Опасно. Дэмэдж. 1-1 выходит с Стегином, вратарем Рысей Северных. И опасно здесь. Но все-таки справляются
с этой атакой северной рыси. Надо. Дэмэдж. Дэмэдж, непонятный пас. Пас сопернику. Стеген. Стеген отпасовывает на Торреса. Торрес переводит на фланг. Джейден неплохо подбивает на Грина, вернее Месси. Но все-таки атакуют северные рыси еще. Ну вот Нанда с шайбой выходит из ворот. Практически всех обошел Нанда. Но у него эту шайбу отбирают. И опасно сейчас может быть возле ворот пакфакеров. Торрес. Торрес отдает пас обратно вратарю северных рысей, который делает бросок. Но его спокойно отбивает Грин. В общем-то, бросок этот, шайба не долетает до ворот Нанда. Нанда с шайбой. Нанда. В борьбе шайба улетает к Грину. Грин, Креда. Креда не смог пройти Торреса. И сейчас опасно. Северные рыси атакуют. И может быть гол, что, собственно, и случается. Третий гол забивает Торрес. Делает дубль. Северные рыси выходят вперед со счетом 2-3. Грин. Отбивает атаку северные рыси. Торрес с шайбой. Бросает на Месси. Ой-ой-ой, как Торрес ошибается. Сейчас атака уходит, выходит УПФ. Один на один выходит Грин. Я так вижу, да. Но не воспользовался он этим шансом. Не смог он забить гол и сравнять счет. Все время, вот я заметил за это время, пока ПФ вроде бы ни разу вперед не выходил. Все время им приходится догонять северную рысь, так скажем. ПФ в атаке. Бросок от Грина. Джейден, вернее, Стеген выбивает эту шайбу. Нанда тоже попробовал бросить. Ну вот, все, закончился у нас второй период. Счет 2-3. Впереди северная рысь. Хорошо смотрится команда, уверенно. Молодцы ребята. Нанда. Нанда. Плохой очень пас прямо Джейдену. Ну и сейчас повезло просто, что на пятачке не было никого из северных рысей. Могло бы это плохо закончиться для пакфакеров. Но и атакует серная рысь. Вот сейчас слишком сильный пас отдал Месси. Не смог Джейден перехватить эту шайбу. И Креда. Креда. Креда проходит Торреса. Креда с шайбой, но отыгрывает здесь Месси. Нанда выходит далеко от ворот. Пас на Креда. Креда шайбу смог обработать, но Стеген не дает ему отдать пас кому-либо из своих. Ой-ой-ой, опасно, как сейчас штанга спасает пакфакера. Опять опасный бросок. И нет, шайба все-таки не залетела в ворота. Каким-то образом кто-то ее выбил. Практически она уже была готова, шайба, пересекать линию ворот, но прессингуют северные рыси. Нанда. Креда. Шайба остается у пакфакеров. Грин.
Ну как-то, вы знаете, пакфакеры... Не сказал, что это те пакфакеры, которые были раньше, как-то сейчас... Может, эта игра не так складывается у них. Все-таки, действительно, это первая игра в турнире. И все-таки вот Кредо забивает гол. 3-3 счет становится. Сравнивает команда счет. Пакфакеры, продолжу свою мысль. Скажем так, сумбурно у них как-то игра выходит. Ух, как сейчас... Какой опасный бросок в исполнении Кредо. Не увидел там или в штангу, или хорошо Стегин сыграл на воротах. Опасно сейчас, может Торрес бросать, что он и делает, и попадает кому-то в клюшку эта шайба, не залетает в ворота. Хотя я не уверен, что она шла в створ, та шайба. И Дэмэдж выходит вперед. Может он забивать четвертый. Дэмэдж, ну просто такие моменты терять нельзя. Это мог сейчас, могли пакфакеры выходить вперед, если бы Дэмэдж использовал свой шанс, но вместо этого попал в перекладину. Счет 3-3, полторы минуты остается до окончания матча. Оракул, Джейден, нет. Переходит шайба к пакфакерам. Нанда. Нанда решил от борта сыграть, но перехватил Оракул. Я так понял, замена произошла. Торреса у нас нету. Вместо Торреса вышел Оракул в поле. Возможно, какие-то технические проблемы случились у Торреса. Ну, 50 секунд до окончания. Нанда выбивает прямо Джейдену на клюшку шайбу, но все-таки дэмэдж перехватывает, атакует ПФ Северных Рысей, но опять мимо ворот пробивает дэмэдж. Пакфакеры. Стегин. Стегин пас на Месси. В свободную зону. Уже успевают сюда защитники пакфакеров. 15 секунд до окончания матча. Счет 3-3. Оракул. Опасно. Здесь Нанда вышел далеко за ворот. Ну и, собственно, не дал. Ох, какой бросок! И Нанда спасает. Молодец, Нанда. Хорошо. Все-таки смог сориентироваться, будучи туловищем повернутым совсем в другую сторону, отбить эту шайбу, которая шла прямо в ворота. Ну и что ж, у нас дополнительное время сейчас будет. Не смогли в основное время мы как бы определить победителя. Грин с шайбой. Грин пас на дэмэджа. Оракул выбивает, надо подальше от ворот шайбу. Торрес ищет, кому отдать пас. Отдает пас на Стегина. Стегин в это время выбивает на Месси, но шайба очень подло отскакивает от льда и перелетает через клюшку Месси. Тем временем с шайбой пакфакеры. Грин. Пас на Кредо. Остается у пакфакеров шайба. И, ой-ой-ой, как опасно сейчас у ворот. Ой-ой-ой, и забивает свои ворота, мне кажется, Торрес, если я не ошибаюсь. Ну и в общем, побеждают пакфакеры. Да, обидно. Все-таки вырывают пакфакеры победу. Ну что ж, сейчас будет у нас вторая игра. Посмотрим, смогут ли реабилитироваться Северные Рыси. Довольно неплохая игра, мне очень понравилась. Это с такими вот, знаете, опасными моментами. Очень много раз шайба была уже практически в воротах.
Но все-таки туда не залетала, не пересекала ее линию. Что ж, вторая игра. Стартует вторая игра. Ну и сразу начинает Нандос. Теперь уже грин у нас стал на ворота. Насчет изменений. Грин на воротах. Нанда, креда, дэмэдж в поле. А у северных рысей, я так понимаю, вместо Джейдена вышел Торрес. Стегин на воротах. Месси, Оракул в поле. Бросок в исполнении креда, но и Стегин опять демонстрирует мастерство вратарское, отбивает эту шайбу. Дэмэдж. Дэмэдж сохраняет пока шайбу. Нанда. Посмотрим, смогут ли пакфакеры как-то обострить или, может быть, улучшить свою защиту выходом Нанда в поле. Пока ошибается Оракул. Бросок в исполнении Нанда с полицейским разворотом. Креда. Креда пас на дэмэджа. Дэмэдж. Бросок дэмэджа. Мимо ворот. Креда. И выходят все-таки из обороны северные рыси. Переходят в атаку. Но нет, тут все-таки Нанда первый будет на шайбе. Пакфакеры шайбы. Дэмэдж. Дэмэдж. Дэмэдж обходит уже двух соперников. Уже на половине поля северных рысей. В общем, дэмэдж всех обошел, ну и забил гол. Это так, если говорить кратко. Правильно Стегин сказал, как детей. В принципе, я с ним согласен. Никаких преград дэмэдж вообще не почувствовал перед собой. Ух, и сейчас опасный бросок в исполнении Оракула попадает в перекладину шайба. Сразу же практически могли сейчас забивать северные рыси. Грин выбивает шайбу подальше, но нет, Оракул все-таки не смог перехватить ее. Ой, сейчас опасно, но не успевает здесь Нанда шайбе. Оракул. Креда не дает ему развить свою атаку, но шайба остается у северных рысей. И здесь столкновение с дэмэджем. Останавливает дэмэдж Месси. Дэмэдж с шайбой? Нет. Торрес. Дэмэдж. Ошибается сейчас дэмэдж. Опасно могло все быть по-другому. Сейчас так нельзя такие ошибки детские допускать. Один в один мог выходить игрок северных рысей. И сейчас в атаке ПФ выходит Стеген из ворот. Остаются пока пакфакеры с шайбой, хотя уже прихватывают северные рыси и начинается их атака. Смог пройти Месси защитников ПФ, но вот тут попадает в клюшку Нанда, бросая поворотом Грина. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе. Опасный момент был. Сейчас Стегин не растерялся, хорошо сыграл на воротах. Шайба улетела за пределы льда нашей арены.
Вот, и отбилась от клюшки кого-то из игроков. Ну и полетела прямо в створ поворотом Стегина, но он хорошо среагировал и отбил эту шайбу. Ну что ж, ПФ атакует. Пас. Ой-ой-ой, опасно. Сейчас перебрасывает дэмэдж через ворота соперников. Опасные последние секунды у ворот Северных Рысей. Но все, закончился первый период. Замена у нас в составе Северных Рысей. Вместо Месси выходит Джейден, который занимает позицию разводящего. Ну что ж, Торрес с шайбой. Не удался бросок у Торреса. Ну и переходит шайба к пакфакерам. Опять Дэмэдж демонстрирует свой дриблинг, проходит всех соперников и забивает второй гол. Практически копия первого. Вы знаете, ну сейчас Северные Рыси смотрятся не так уже, как было в первой игре. Там Северные Рыси догоняли, вернее, пакфакеры догоняли Северных Рысей. Все время в счете они ввели. Сейчас уже наоборот. Поменялись ролями команды. Может быть, сыграли на руку эти замены. В составе пакфакеров вышел Нандо в поле, Грин встал на ворота. Это, наверное, более привычная схема у пакфакеров. Честно говоря, я точно не знаю, но, по крайней мере, мне кажется, раньше так и было. Грин выбрасывает, Нандо. Тем временем Кредо у нас покидает пределы поля. И остаются втроем пакфакеры. Есть шанс у Северных Рысей сравнять счет. Может быть, как-то догнать. Нет, нет, все-таки Кредо возвращается. Бросок Стегина. Хороший бросок. Опасный. И забивает гол Стегин. Грин не смог отбить эту шайбу, к сожалению. Подло она отскочила перед ним от льда и залетела в ворота. Дэмэдж. 2-1 счет, напомню. Уменьшается разрыв между командами. Стегин, если выбирать игрока матча, да, то однозначно я бы голосовал за Стегина, который отыгрывает хорошо на воротах и забивает голы сопернику. Нанда с шайбой. Нанда ищет, кому отдать пас. Но, к сожалению, переходит к Торресу шайба и покидает ворота Грин. Не смог Торрес нанести удар по воротам. Стегин, пас на Оракула. Оракул, Торрес. Торрес бросок, мимо ворот. Неплохая распасовка, но не хватило на завершение игроков. И что ж, Кредо выходит вперед, 1-1 с вратарем и забивает третий гол. 3-1 счет становится, пакфакеры ведут пока. Увеличивают разрыв. Безусловно, не так. Ой-ой-ой, какой 4-1 счет. И вы знаете, я даже не ожидал такого отклика нападающего на эту передачу. Вот. 4-1. Неожиданный для меня был этот гол. Опасно сейчас проходит шайба в опасной близости возле ворот. Торрес может нанести удар. Что он и делает, но здесь, кажется, хорошо Грин отработал. ПФ в атаке. Нанда прихватывает Оракул эту передачу. Но и Нанда не сдается. Выбивает эту шайбу из-под клюшки.
игрока северных рысей. Прессингуют пока северные рыси половину поля пакфакеров, не давая им возможности подержать шайбу, найти кого-нибудь, кому можно отдать передачу. Ох, и сейчас Нанда. Нанда выходит, промахивается Нанда. Неудобно, наверное, ему было бить поворотом. И такая же ситуация, только теперь северные рыси и Джейден шайбой. Хорошо, Грин здесь выходит, сокращает дистанцию и отбивает эту шайбу. Креда. Торрес. Северные рыси с шайбой. Торрес пас на Джейдена. Джейден успевает. Джейден пас на Оракула. Оракул. Заканчивается второй период. Ведет пока в счете пакфакеры довольно-таки большим разрывом. 4-1. И вместо Оракула на поле выходит Джейден. Замена опять-таки в составе северных рысей. Тем временем опять Креда из-за своего большого пинга покидает поле. Втроем играют сейчас пакфакеры. Но это им не мешает атаковать и создавать довольно-таки опасные моменты. Стегин спокоен, он отбивает эту шайбу. И опять хороший бросок Стегина. Ну, просто, я не знаю, что тут говорить. Молодец, Стегин забивает гол 4-2. Отличный бросок. Безусловно, лучший игрок двух матчей. Вот, Стегин. Стегин. Решил Стегин уже сам действовать, ибо видит, что команда не совсем... Ой-ой-ой-ой, как опасно. Сейчас третий гол мог залететь. Опять-таки, после того, как Стегин начал создавать эту атаку. Ну и сейчас контратака пакфакеров, которые играют еще втроем, я напомню. Ну и просто Нанда закатывает эту шайбу, обыграв Стегина. 5-2 счет становится. Опасно опять атакуют пакфакеры. Ой, опасность, опасно, опасно, очень опасно. Но все-таки выбивает шайбу северные рыси. Ну и развивает свою атаку. Пустые ворота. Я не заметил. Пустые ворота. Но не попадают шайбы в эти пустые ворота после многочисленных бросков. И сейчас опасный момент может быть. Но Грин вовремя успевает, выбивает эту шайбу. Месси. Грин выбил на дэмэджа. Дэмэдж не смог сохранить шайбу. Торрес борется за нее и выбаривает. И может забить. Третий гол, промахивается, попадает в штангу. Счет остается 5-2. 2,5 минуты остается до окончания третьего периода второго матча между пакфакерами и северными рысями. Втроем играют пакфакеры, напомню. Вы знаете, ну, по крайней мере, не чувствуется, что они играют втроем. Решил вот тут Грин отыграть уже обратно на Нанда. Кстати, Нанда на воротах сейчас. Просто удерживают пока шайбу. Ой-ой-ой, опасно. Ну и Нанда выбивает. Старается удерживать просто шайбу пакфакеры.
Стегин. 4 против 2. Скажем так. Опасный бросок Стегина. И Нанда отбивает эту шайбу. Торрес. Торрес неуверенно как-то сыграл. Хотя вот он исправил свою ошибку. И теперь в атаке Северной Рыси. Бросок, гол. Торрес забивает. 5-3 счет. 1 минута до окончания матча. В принципе, еще ничего не потеряно для Северных Рысей, учитывая то, что они играют, Пакфакер играет втроем. Но здесь Нанда выходит вперед, и защитники Северных Рысей успевают нейтрализовать эту опасную атаку, которая, безусловно, вылилась бы в гол, если бы неудачное действие защитников. Стегин. Стегин выходит из ворот. Наверное, опять попробует бросить, а может и провести шайбу, обойти всех соперников. Что, собственно, у него пока что получается. Что он и делает, и забивает гол. 5-4 в счет. 39 секунд до окончания матча. Ой-ой-ой, фух, опасно сейчас. Отрикошетила шайба. 30 секунд до окончания. Бросок этого демеджа, и Стегин отбивает. Молодец Стегин, успевает сегодня и на воротах отработать, и в атаке помочь своей команде, но, к сожалению, его желания не хватает для того, чтобы догнать соперника и все-таки победить Пакфакеров. Заканчивается у нас матч, 5 секунд. Последний, надо бросать, ну время. Гол! Гол! На последней секунде Стегин забивает гол. 5-5 счет. Все. Дополнительное время. Друзья, это просто нечто. Я, честно, я не ожидал такого матча. Я очень рад, что так оно случилось. 5-5 счет. Ну, просто уже табло показывало 0-0-0. И Стегин молодец. Забил гол. Кредо возвращается. Кредо, ну ты просто пропустил такое. Это просто... У меня нет слов, честно, друзья. Смотрите, и... Ой-ой-ой, опасно сейчас. Ну, честно, ну заслуживают, мне кажется, победу. Хотя бы в овертайме игроки Северных Рысей. Сейчас опасно, надо Стегину выходить. Выбивает Стегин, молодец. Месси. Так, главное собраться игрокам Северных Рысей. Не делать глупых ошибок. Ну, опасно сейчас. Надо, ну, спасать команду. Вот. Опасные, очень опасные моменты. Ой-ой-ой, промахивается Нанда. И Торрес перехватывает шайбу и может забивать гол. И забивает Торрес гол. Побеждают Северные Рыси. Молодцы. Хорошо сыграли. Меня переполняют положительные эмоции. Отличные два матча. Особенно концовка второго. Ну что ж, друзья. Спасибо, что были с нами. Спасибо за просмотр. Вот. Смотрите хоккей. Как видите, оно того стоит. До новых встреч.